утро. Сегодня мы спали первый день в машине, вернее, первую ночь в машине. Было немножко непривычно. Не знаю, я спала без задних ног. Да, Влада вообще сразу просто уснула. Мне было непривычно по температуре. Сначала было очень жарко, потом было очень холодно. Автоклимат здесь работает очень своеобразно. Он переводит в ноги, но вы видите, у нас тут все загружено вещами. И когда он переводит в ноги, там жарень, а здесь очень холодно. Поэтому пришлось вручную настраивать. Где-то только к 3 ночи я отстроил всю температуру как надо. И сейчас комфортно. Поэтому я думаю, что вторую ночь будет спать гораздо комфортнее. Но в целом очень хорошо. Вот примерно так мы и спали. Я так уже в двух кадрах показал вам, какое здесь красивое место. Ну вот этот вот какой-то город Пумала. Не знаю, чем он достопримечателен. У него здесь есть какой-то мост вот этот красивый. Сам городок примерно вот так вот выглядит. Я как понимаю, тут просто все каких-то вот в таких вот озерах. Несколько дорог, вот мосты. В принципе, я думаю, что очень красиво. Вот можно посмотреть, как это все выглядит на карте. Сейчас мы решили не кушать в кафе, мы решили достать наше оборудование и приготовить поесть здесь. У нас будет термосик. Влад, да, привет. У нас будет каша. Кстати, могу сказать, что в своих путешествиях мы тестили много разных каш. И из быстро приготовляемых, да, каш быстрого приготовления, самые хорошие — это каши Nordic. Nordic в пакетиках очень удобные. В Арктике ребята их даже просто засыпали, прям пачки брали, да, вот в рот засыпали и водой запивали. И очень вкусно и питательно. То есть вполне нормально. Поэтому мы поставили горелочку. Сейчас кипятим воду. Закипятим воду, заливаем термос, делаем каши, кушаем и двигаемся в Швецию. Не два. Покажи Nordic. Вот такие каши Nordic. Очень вкусные. Это или кашку? Если глаз уж не выколол. Вчера одевала налобный фонарик. Ударила себе в нос. Так что теперь у меня на носу шишка. Синяком. Бичи финские побили. Ты зачем это рассказала? Место хорошее. На самом деле там в беседке написано, что беседка предназначена только для гостей. Я думаю, что это как, наверное, как кемп какой-то. То есть его можно арендовать, наверное, ты приезжаешь. И вот на берегу такой некий домик просто. Ну, прикольно. Но мы вот в своем автокемпе под названием Mitsubishi Pajero Sport. Кстати, очень удобно было. Да. Я спала вообще, я вот так слегла и все. Я немножко долго регулировал температуру, но в целом, когда я ее отрегулировал, то есть я уже завтра знаю, 21 градус, подача воздуха через центральные дефлекторы, дефлекторы настраиваешь вверх, и все, и отлично. Можно вообще спать комфортно. На связи. Место ночевки, и дорога у нас превратилась, ну, в такую проселочную дорогу. Сейчас еще ночью шел снег, под этим снегом лед,
Единственное, что вот тут можно увидеть, вот как финны прорезают лед такими полосками прям параллельно дороге, для того, чтобы не было боковых заносов, это в принципе хорошо, но если сейчас оттормозиться прямо, то 100 метров примерно там тебя будет тащить, это точно. Вот у нас сейчас скорость 80, ну без экспериментов, да, но мы уже экспериментировали, то есть тебя просто вот ровно тянет туда и все, там с АБСом совсем. Я к чему? То есть у нас сейчас скорость упала до 80-60 километров в час. Едем по вот такой красоте. Едем не спеша, ехать нам еще 500 километров до городка, который будет у нас как раз практически перед границей со Швецией. И дальше уже сегодня планируем заехать в Швецию, но до национального парка, куда мы планируем, не доедем. Остановимся где-нибудь, просто так же найдем красивое место. Хочется, наверное, по светлу встать, и я думаю, что выберем по светлу место для ночевки. Ну, по крайней мере, хочется очень это сделать. Так, вот, сейчас вот видите, оттормаживаюсь, чуть не проехал просто поворот нам сюда, заговорился. Дорога, конечно, такая проселочная. У нас в России такая дорога, это дорога на дачу, но почищенная дорога на дачу. Что, мы добрались до какого-то небольшого городка в Финляндии. Сейчас заправимся. Я думаю, что у каждой машины должно быть какое-то свое имя. Вот после финской, после вообще этой шведско-финско-норвежской поездки, я думаю, что мы назовем его Снежный Барс, потому что он снежный, он действительно быстрый, мощный Барс. Поэтому у этой машины теперь есть имя. Это Снежный Барс. Вот финны такие нормальные, говорят, у вас есть какие-то проблемы с заправкой? Я говорю, нет. Сейчас будем заправлять. Ну что, взяли себе пару булочек с кофейком. Сейчас покушаем и пойдем дальше. Вопрос о том, что у нас в России, говорят, что очень плохо. У нас в России в каждой забегаловке, даже в каком-нибудь там шаурмешной, есть Wi-Fi. Здесь нет Wi-Fi, он говорит, Wi-Fi будет только через 1 километр. Вот оно, Финляндия. Кстати, Влад, я хочу тебя познакомить. Теперь у нас есть, у нас был супер-бродяга. У каждой машины должно быть свое прозвище. И я ей дал прозвище. Да, откуда ты знаешь? Я догадалась. Смотри, Снежный Барс! Ну круто. А, не, подожди, у Снежного Барса еще должна быть лапа. Подожди, ну что? Вот. Да. Так, так дальше. Да ладно, все уже, поехали. Подожди. Барса кисточки, как да. У Пумы. О, Снежный Барс. Что это такое? Ну ладно. Да ты испортила мою локоть. И да, вообще. И доказательство того, что это кот. Все, поехали. Да. Ну что, мы в Финляндии зашли в магазин. Сейчас смотрю выписку по карте. Потратили 11 евро. Это наши деньги, 650 рублей. Мы купили. Сейчас покажу вам. У нас, в принципе, все это есть. Мы купили так всяких кафешек, обломашек. Купили мясо нарезочку. Купили местный сыр типа бри или вот каламбера, что-то такое. Купили еще обычного сыра. Тоже местный фирмы. Купили йогуртики, 3 штуки. И это вышло на 650 рублей.
У нас вышло бы, ну, где-то на 1000, наверное, да? И здесь, кстати, топливо дешевле. Там мы по евро 60 заправляли, а тут евро 40. Я говорила, что надо проехать. Ну, в общем, купили нормально, в общем, дали печеньку. Сэкономили на еде. А так как мы еще и ночуем не в гостинице по машине, то мы экономим где-то 3000 рублей там за сутки. Соответственно, можем на них купить себе всякие кайфы. Да, но мы все-таки решили, что будем чередовать сутки в машине, сутки в гостинице, да, там, чтобы и зарядить технику, все сбросить, сходить в душ, ну то есть что-то человеческое все-таки. Но на самом деле можно и в машине, мы уж так без фанатизма, сами помните, как мы это делали в Монголии, тут все к этому еще более предрасположено, поэтому проблем с этим нет. Интересное наблюдение, которое лично я заметил в Финляндии, это тема с тем, что они все такие в душе рокеры и металлисты. Финские радиостанции — это сплошные сборники рок-песен, каверов известных рок-композиций. В общем, я думаю, что это неплохо. Вот такая примерно музыка здесь. Так, если говорить в целом, то дорога, конечно, вот, по которой мы едем, она не основная, не федеральная так называемая трасса, да, и поэтому, наверное, такая она поуже, не так хорошо очищенная, скользкая, нет практически мест для обгона, везде стоят знаки «запрещено», поэтому, вот, не знаю, даже назад, если поедем, опять же, здесь же через Финляндию, то, наверное, будем выбирать другую дорогу, более там автобаны так называемые, да, вот будем ехать по ним, не попробуем ехать по этим дорогам, вот по автобанам, и сравним, где лучше ехать, потому что да, здесь короче, да, там километров на 70, но скорость здесь гораздо ниже, то есть там 120 можно ехать, 110, здесь же ты едешь 80-90, соответственно, это в пересчете на скорость время получается точно такое же, но там ехать гораздо спокойнее, чем здесь. Здесь все-таки едешь в напряжении. В общем, сильно закидывает. Вот сейчас видно, как я просто очищаю, потому что по-другому никак. Очищаю, чтобы было видно наши стоп-сигналы. Ну и немножко окно тоже. В общем, мы приехали в город Оулу. А тут все катаются на велосипедах. Так, относительно легкий дубачок. Они катаются на велосипедах. Отмороженные, конечно. В общем, сейчас идем покушать, и нам нужно Wi-Fi, нам нужно закинуть фотки. Нам нужно посмотреть ближайший какой-нибудь отель спа. Хотим снять отель, чтобы обязательно была такая, как купель на улице, и покупаться под открытым небом в этой купели. Планы хорошие, идем их реализовывать. Да, ребят, смотрите, что заметил. Вот обычная остановка автобусная. И на остановке висит монитор, на котором есть расписание, на котором есть чекпоинты, докуда идет автобус. То есть я считаю, что это очень удобно. Да, у нас, конечно, такого нет. О. Да, только вход. Вот это прикольно, олень. Вот сейчас сюда и пойдем. Только где вход? Вот здесь вход, наверное. Ладно. Да, вход здесь. Минимализм. Минимализм. И ржавчина. Я предлагаю подняться наверх, посмотреть. Да, здесь типа... О, смотрите. Тут как бы этот... Давай спросим по поводу вот этого места. Короче, ребят, мы находимся вот в ресторанчике.
Во-первых, сейчас у нас через 4 минуты будет онлайн трансляция в Инстаграм. Я обещал, что сделаю знакомым и подписчикам, и друзьям просто все просили. Нам принесли еду. Знаете, самое интересное, что оленина тут стоит безумных денег. Я ожидал, что сейчас принесут гигантский стейк на пол стола. Принесли маленький кусманчик, рыба тоже маленькая, но гарниры, которые стоят копейки, вот вам один простой лайфхак. Если вы приезжаете в Финляндию, берите просто гарниры, вы посмотрите на них. Это стоит 2 евро, это стоит там полтора какие-то евро, ну там не больше. То есть нам принесли хлеб с маслом, здесь гарниры, соусы. А вот это стоит 24 евро, а это там 20 каких-то. То есть не берите вот, блин. Берите гарнир, его много, он очень вкусный. Ну, это такой некий лайфхак, чтобы сэкономить бабла, в частности, в Финляндии. Да не, берите оленину и получите удовольствие. А ты жри свой салат. Ребят, сразу прошу вас прощения. Мы не засняли то, как у нас там было общение с официантами, потому что очень хотели есть. Плюс параллельно делали онлайн-трансляцию в Инстаграм. Поели от души, но... Дальше будем исправляться и будем стараться записывать все эти моменты, потому что это действительно интересно. Все, сейчас отправляемся. Держи меня так. Сейчас отправляемся до машины, прогуляемся еще по ночному Оулу и едем в сторону Швеции. Так, стоишь в центре Оулу. Слева у тебя зима, все заснежено. А справа не зима, нет снега. А знаете, почему так? Потому что на самом деле... Ну давай, давай. Тогда мы вместе дослушаемся. На самом деле просто здесь под нами сейчас находится паркинг. И улицы, так называемый подземный город. И, соответственно, оттуда идет просто тепло. Поэтому тротуары основные, они всегда вот такие. Вот на них никогда нет льда, ни реагента, ничего. Это, кстати, очень хорошо. В наших городах нужно сделать что-то подобное. А там зима, а здесь вот сами видите. Да, летом. Так что очень приятно идти по мощенной улочке без снега. Друзья, еще одну закономерность увидели. Все велосипеды, которые здесь стоят на центральной улице, ни на одном нет никакого стопера. То есть ни один не зафиксирован от противоугона. Все на доверии абсолютно. Это, конечно, да. Ну, вот в общем, вот уровень. Давайте, мы пошли за велик. Ну что, мы когда уходили, оставили машину и не оплатили парковочный взнос через вот этот терминал по той причине, что у нас не было размена, надо было его оплатить, взять чек и чек положить на переднюю панель. Вот как это сделано здесь. Скажи, вот у машины. Соответственно, мы это не сделали. И у нас сейчас будет либо штраф, либо мы об этом узнаем на выезде. Да. Сейчас посмотрим. Я не знаю, как они штраф. А, они должны его, а наверное, вот под этот положить. Стоит. Подворник? Подворник, да. Подворника так нету. Парни у нас приличные, может, они поэтому ничего не сделали, но сейчас посмотрим. Друзья, всем доброй ночи. Мы приехали в какое-то место, где-то между Оулу и границей со Швецией. Кемпинг. Ну какой-то, да, вот там. В общем, идем узнать, что там за кемпинг, вообще работает он или нет. Хочется сильно поспать в каком-нибудь домике, а не просто так. Что-то мне подсказывает, что... Да, типа надо вообще звонить туда. Ну, да, наверное, надо звонить им. Да не, нету ничего. Вот я вижу, мне кажется, это номера, да? Не уверен. Какие-то китчен. Может, номера, да? Да, туалет. Ну да, все правильно. Вот тут территория, видишь, там кто-то на кемпе, тут кемп, вот кемп. Короче, никого нету. И что-то мне подсказывает. Нам не позвонить, Wi-Fi не поймать. Да. Английский от Богди. Two person, one apartment is good.
How long you go in the reception? 15 minutes? 15 minutes. Okay. We are waiting. We stayed in. Okay, thank you. Bye. Английский от Багди. We are staying in here. How long you go to in reception? То есть там получается in rooms сауна? Yes. Okay. Внутри прям находится сауна. Круто. То, что мы хотели сегодня как раз попариться. Отлично. Все очень оперативно. Приехали. Дверь была закрыта, как вы помните. Позвонили. 10 минут. И все было круто. Сейчас Влада берет полотенце, объясню вам. С утра, когда мы будем выезжать из апартаментов, мы должны просто кинуть свой ключ сюда, вот просто от апартаментов. И все. Опять же говорю, все как бы на доверии, все очень круто. Все? Yes, Mercedes. Все, взяли, да, платишь. Ой, очень приятно, кстати, видеть. Да, кстати, мы сейчас вам расскажем именно, какой этот гестхаус, или это правильно, наверное, кемпинг. Очень крутой. Пока по ощущениям все очень круто, все очень приветливо. Сейчас посмотрим, какая комната, причем еще у нас внутри сауна есть. Блин, это вообще тогда просто крутяк. Классно, что еще завтрак. И жена рядом. Вот это вообще круче всего. Да, и наш снежный барс сегодня с нами. Но он с нами еще долго будет. Ну что, как-то? По-моему, теплее, да, здесь начинает? Так, сейчас еще раз проведу вам маленькую экскурсию по дому. Вот такой вот домик замечательный сняли. Рабочее место, обеденный стол. Здесь очень хорошая кухня. Я считаю, что все есть необходимое. С холодильником совсем. И здесь вот такие замечательные две спальни. Мы выбрали эту спальню, уже включили здесь потеплей пол с подогревом. И есть вторая спальня. Вот так по большому счету, в принципе, здесь можно останавливаться. Ну, два человека здесь, это 4. И на раскладном диване как минимум 1 или 2. То есть 6 человек здесь может вполне комфортно разместиться. Но и это еще не все. Что ты там? Секас, давай немножко этот рейтинги канала нашего поднимем. Так, здесь уборная. Душевая кабина. И мы уже включили, уходя, сауну. О, отлично. Нагревается. Уже, да, 70 градусов. Скоро можно будет идти. Отлично. Сейчас пойдем париться скоро. Так что вот такой домик по цене около 6000 рублей. В принципе, если вы едете компанией, то по 1000 рублей в сутки с человека, ну, я считаю, что это более чем. С тем учетом, что здесь есть все. И Wi-Fi, да, и парковка, и, ну, все абсолютно там. Ну, я считаю, что это отличное место. Ссылочку на сайт этого отеля, этого кемпинга, если что, сейчас дам в описании.